Церковь – это духовное тело Христа, которое состоит из Его верных учеников. Христос является главой Церкви. Религиозную организацию создают люди в соответствии с их пониманием Библии, которое часто является ошибочным. Также их толкование зачастую преднамеренно искажено с целью обмана или личной выгоды. Во главе организации стоит человек. Каждый человек, который исповедует Христа Спасителем и Господом, следует за Ним, живя по Его Слову и принимает Святой Дух, является частью Церкви Христовой. В организацию допускаются только те люди, которые соглашаются с установленными ею доктринами и правилами – предание, десятина, литература, пророки. Число членов Церкви Христа не главное, но главным является присутствие Христа и отсутствие грехов в жизни христиан. Для организации большое значение имеет количество прихожан, ведь от этого зависит ее финансовое состояние и развитие. В связи с этим людей не обличают в их грехах, потому что боятся сокращения численности прихожан. Но наоборот, учителя льстят их слуху лживыми учениями. Евангелие процветания, бесконечная благодать, вседозволенность и так далее. Церковь Бога не имеет названия или логотипа. Ученики Христа именуются христианами, а люди их узнают по добрым делам и любви. Для организации название и внешние атрибуты играют очень важную роль, потому что помогают отличить лояльных к ней от ее противников. В Церкви Бога не существует иерархии между ее членами, и все являются равными между собой, хотя и исполняют разные обязанности. Все члены одинаково полезны и ценны. На служение христиан ставит Бог, вдохновляя и наделяя их духовными дарами. В организации существует иерархия, в которой положение человека не зависит от его святости и обращения, но от занимаемой им должности. Выше ранг, больше прав и привилегий. Поэтому очень многие люди находятся не на своих местах и злоупотребляют своими должностями. Здесь важно образование, умение пробиваться, влиять, управлять другими и угождать начальству. Организация делится на духовенство и прихожан, а служителей назначают люди. Христиане знают Бога лично, послушны Ему, смиренно следуют Его воле и добровольно исполняют заповеди, которые Бог вписывает в их сердца. Христиане трудятся во славу дела Божьего и во благо людей. Они являются одним целым со Христом и пребывают в Нем. Грехи искореняются и обличаются. В организации прихожан учат воспринимать ее уставы и волю лидеров как уставы и волю Бога. Лидеры организации иногда преподносят себя в роли наместников Бога, хотя таковыми не являются. Прихожане отождествляют себя с организацией или ее лидерами, покоряются их авторитету, трудятся во благо организации и исполняют волю лидеров, но не волю Бога. О грехах начальства умалчивают. Единство Церкви является естественным следствием принятия Христа в сердце людей и послушания Ему. Поощряется добрая воля и инициатива в служении Богу и людям. Бог руководит делами в Его Церкви посредством Святого Духа и людей, которые послушны Ему. Христиане повинуются Богу, а не людям. Организация существует благодаря подчинению и субординации лидерам и уставам церковной системы. Низшие повинуются вышестоящим и безоговорочно выполняют их указания, не выходя за рамки своих полномочий. Подавляется всяческая инициатива и добрая воля, если она не согласуется с планами и направлением организации. Здешние повинуются авторитету людей, а не Бога. Целью Церкви Христовой является благовествование и распространение Евангелия, помощь нуждающимся, а также помощь в личном познании Бога, изучении Писания и освобождении от грехов. Чтобы оставаться детем Бога, нужно следовать за Христом и жить по Его Слову. Целью организации является пропаганда доктрин и утвержденных ею догм. Людей всячески завлекают в организацию, но не учат самостоятельно размышлять, искать Бога и отношений с Ним, не учат праведной и святой жизни. Чтобы оставаться членом организации, нужно непрекословно следовать ее учениям и повиноваться ее лидерам.
Служители и члены Церкви Бога живут от благовествования, посильно трудятся для общего блага, все делят между собой с учетом необходимостей и нужд каждого человека, а также доверяют Богу в вопросах пропитания и заботы о них. В организации ведется жесткий бюджет и накопляются фонды, а ее работники получают доходы в виде зарплат. Для организации не важна вера и единство, а важно послушание и исполнение обязательств, возложенных на ее работников. Зачастую руководство распоряжается пожертвованиями неразумно и неэффективно или тратит их на свои прихоти. Дети Бога есть повсюду. Они не гордятся своим званием, не навязывают истину и знают ее цену. Они не ограничивают свои собрания и общение одним днем в неделю, но собираются всегда, когда есть возможность. Христиане учатся у Христа и позволяют Святому Духу вести их и вразумлять. Последователи организации считают ее учение безошибочным, а себя и ее лидеров – единственными, кто хранит истину и творит волю Бога. Доктрины организации с примесью истины навязываются как дешевый товар. Люди собираются один раз в неделю или строго по графику, так как в другое время они слишком заняты мирскими делами и живут по стихиям мира. Члены религиозной организации учатся у ее лидеров.